На информационном канале «Севастополя новости» в студии Наталья Двойцина и сегодня в программе. Тарифная политика. С июля в городе повышается плата за водоснабжение. Гранты крестьянам. Севастопольцы стали участниками госпрограммы поддержки начинающих фермеров. День отца. В преддверии праздничной даты в Севастополе чествовали глав семейств. На Черноморском флоте пополнение. Сегодня еще 10 призывников от Севастополя вступили в ряды российской армии. В гостях у сказки. На сцене ТБМ проходят гастроли Московского областного театра «Кукол». В Севастополе простились с Романом Шамраем. Церемония отпевания заместителя председателя городской избирательной комиссии прошла в Покровском соборе в 10:30 утра. Проводить Романа Шамрая в последний путь собрались более сотни родных и близких. Напомним, он погиб на минувших выходных под Бахчисараем. Бытовой конфликт привел к драке. Пытаясь разнять дерущихся, мужчина получил ножевое ранение. По дороге в больницу автомобиль попал в ДТП. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Ему был 31 год. В 2012-м Роман Шамрай баллотировался в народные депутаты Украины по 225-му мажоритарному округу. Спустя 2 года вошел в состав Севастопольской городской избирательной комиссии. Затем стал заместителем председателя этого органа. У него остались жена и 4-летний ребенок. Информационный канал Севастополя выражает соболезнования семье погибшего. Еще одна трагическая новость. После непродолжительной болезни на 91-м году из жизни ушел ветеран Великой Отечественной, заслуженный работник прокуратуры Юрий Петрович Шабанов. В годы войны посвятил себя защите Родины. В мирное время боролся с преступностью. В послужном списке Юрия Шабанова десятки наград. Среди них ордена за мужество, Красной звезды Отечественной войны первой степени, медали за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за освобождение Украины, а также нагрудные знаки почетного работника и ветерана органов прокуратуры. В надзорном ведомстве Крыма и Севастополя прослужил 30 лет. Юрий Петрович входил в Совет ветеранов при следственном управлении города. Несмотря на почетный возраст, активно принимал участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Встречался со школьниками, проводил воспитательные беседы. Сотрудники следственного управления и коллектив информационного канала Севастополя выражают семье Юрия Петровича Шабанова слова соболезнования. И к другим темам. С июля в городе подорожает водоснабжение. Об этом, как передает Крым-Медиа, сообщил заместитель директора Севастопольского водоканала по экономике и финансам Иван Дремов. Подача кубометра воды будет стоить 16 рублей 42 копейки, а водоотведение 9 рублей 6 копеек. Таким образом, тарифы поэтапно поднимают до экономически обоснованных. По словам представителя водоканала, сейчас этот показатель составляет 41 рубль за кубометр. Как стало известно ранее, стоимость всех коммунальных услуг будет увеличиваться каждые 6 месяцев вплоть до 2017 года. Кроме воды, с июля подорожает и электричество на 12%, а следующее повышение ждет севастопольцев в октябре. 160 городских учебных заведений не получили 300 миллионов рублей на обеспечение пожарной безопасности и текущий капитальный ремонт. Депутатский корпус, созванный на внеочередное пленарное заседание по требованию губернатора, отказался согласовать закупку услуг без проведения тендера. Свое решение народные избранники аргументировали нехваткой технической документации и опасались, что, как и в ситуации с дорогами, попадутся недобросовестные подрядчики. По их словам, в представленных документах и приложениях не указаны исполнители работ и порядок проведения экспертизы. Поправки не приняты, однако в начале августа МЧС будет подписывать паспорта готовности учебных заведений города к 1 сентября. И согласно законодательству Российской Федерации, без пожарной сигнализации такие паспорта не выдадут. Возникает вопрос, почему только сегодня у нас мы внесли этот законопроект на рассмотрение законодательного собрания. Могу пояснить, что сейчас как раз было вынесено на рассмотрение законодательного собрания поправки в бюджет, которые предусматривают выделение на как раз вот эти мероприятия 300 миллионов рублей. То есть, а 300 этих миллионов рублей мы могли внести изменения в бюджет после согласования с Министерством финансов Российской Федерации. Вот согласование от Министерства финансов Российской Федерации на расходование 300 миллионов рублей на обеспечение
пожарной безопасности поступили в город Севастополь только в мае. Деньги, выделенные Минфином, были заложены в поправках и утверждены изменением в закон о бюджете. Его депутаты приняли в двух чтениях. Согласно проекту, распределялись остатки средств, зафиксированные в начале года. Выделили 359 миллионов рублей. Кроме установки пожарных систем в школах, это командировочные расходы законодательному собранию и правительству Севастополя, а также содержание контрольно-счетной палаты. Севастопольские депутаты решают полностью около 7% вопросов горожан, а около 80% находятся в процессе. Об этом рассказала заместитель председателя законодательного собрания города Екатерина Алтабаева. По ее словам, за первое полугодие к народным избранникам обратились более 3000 человек. Из них около 70% – женщины и около половины – пенсионеры. Основные вопросы горожан касаются социального обеспечения. Когда мы говорим, вопрос решен полностью. Вот вопрос в процессе решения, это, наверное, действительно, я могу сказать, процентов 80 наших обращений, это в процессе решения. Но не более, наверное, 5-7, когда мы можем сказать, да, вопрос решен. Проект гостиничного комплекса в бухте Омега отправили на доработку. Решение приняли сегодня на очередном заседании градостроительного совета. У комиссии вопросы вызвала планировка объекта. Это 2 9-этажных здания, согласно плану застройщика, класса 4 звезды. В частности, члены совета не согласны с тем, что будущие постройки будут загораживать вид на море жителям соседних домов. А по замыслу заказчика, участок в площадью в 2 гектара должен быть оборудован подземным паркингом на 90 машин. Кроме того, предусмотрено 86 парковочных мест на открытой территории. По проекту есть бассейн, теннисные корты, транспортно-пешеходная зона. Отсутствие в данном районе объектов развитой инфраструктуры помешает уровню комфортного проживания для жителей города и туристов нашего города. Поэтому низкий уровень инфраструктуры отдыха в Крыму и в городе Севастополе, отсутствие развитой сети гостиниц, место размещения туристов в соответствии со стандартами, которые существуют в российском законодательстве, проблемы транспортного сообщения в Крыму подтверждаются в постановлении правительства о необходимости повышения транспортной доступности и развития сети гостиниц и инфраструктуры. Учитывая тот факт, что инженерные сети, которые необходимы для обеспечения данной территории, были в этом проекте планировки учтены, соответственно, плюс социальные объекты, которые также необходимы, чтобы мы понимали, чтобы фасад морской, как он у нас должен выглядеть, площадный анализ, соответственно, художественный анализ также провести этой всей территории. Всего же на повестке дня 4 объекта. Рассмотрели на заседании совета и проект строительства экодеревни и благоустройства береговой линии в районе поселка Кача. На проспекте генерала Острякова 137 планируют возводить многофункциональный жилой комплекс со встроенными объектами торговли и общепита. Кроме того, на Столетовском проспекте в районе улицы Колобова рассматривают возможность строительства второй очереди жилых домов. Общественный экспертный совет при губернаторе проверил работу Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Результаты передадут губернатору Сергею Миняйло. Сегодня на заседании комиссии озвучены итоги финансово-хозяйственной деятельности, состояние материально-технической базы, обеспеченности кадрами, анализ жалоб горожан и общую картину эффективности работы служб скорой помощи. Кроме озвучивания проблем, общественники предложили пути их решения. В Севастополе продолжается реконструкция воздушных линий. Согласно инвестиционной программе, разработанной Севэнерго совместно с правительством города, устаревшие низковольтные электрические сети заменят на новые. Об этом сегодня сообщил технический директор компании. В первую очередь, которая будет производиться в июне-июле, это прежде всего село Верхнесадовое, село Орловка. В дальнейшем Севастопольэнерго до конца года планирует освоить значительные средства. Вообще в этом году запланировано на реконструкцию сетей 47 миллионов рублей. Это только на низковольтные сети, только на старых улицах.
Реконструкция включает в себя замену опор, проводов и арматуры. Начались ремонтные работы 8 июня в Орловке. Здесь они продлятся до 26 числа, а уже в июле приступят к модернизации сетей в Верхнесадовом. С 20 августа по 5 сентября планируется реконструкция воздушных линий в Терновке. Подробный график проведения работ опубликован на сайте «Севастополь-Энерго», а также в газете «Слава Севастополя» от 17 июня. Кроме того, всю уточняющую информацию можно узнать по телефону 530572. Руководство компании просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденным отключениям электроэнергии. Это позволит улучшить качество напряжения в домах, снизить аварийность, повысить комфортное проживание людей, поскольку, как я уже говорил, во многих районах пока еще нету газа или районы недостаточно газифицированы. По 1,5 миллиона рублей на развитие крестьянского хозяйства и 250 тысяч на бытовое обустройство получили два жителя Севастополя. Они стали участниками государственной программы поддержки начинающих фермеров. Конкурс объявили 10 мая. Претендентов на гранты было четверо. Среди победителей Андрей Георгиевский. Он представил бизнес-план по выращиванию ремонтантной малины. Также грант получил Владимир Васильев. Он потратит деньги на установку системы капельного орошения столовых сортов винограда. Его мужчина выращивает на 13 гектарах земли в селе Фруктовое. Сертификаты победителям конкурса вручили сегодня в Департаменте промышленности и сельского хозяйства. Я просил на систему капельного орошения. Капельное орошение, оно подразумевает увеличение продукции, ну, как бы до 100%. В отличие без капельного, я только заложил в 2013 году виноградник, вот, поэтому там молодой виноград и результат еще как бы довольно-таки не скоро будет. На получение гранта было 4 претендента. По результатам работы комиссии были отобраны 2, которые полностью соответствовали всем требованиям, которые прописаны в постановлении в нашей программе. Что касается этого года, еще будет порядка 8 таких грантов. Вся помощь, которая необходима нашим начинающим фермерам, мы всегда готовы оказать не только материальную, но и консультативную. В преддверии международного праздника Дня Отца в Севастополе чествовали глав семейств. В России эту дату стали отмечать сравнительно недавно, и пока она не является официальным праздником. На законодательном уровне закреплена только в 7 регионах. Сегодня в Севастополе впервые 10 отцов получили подарки от губернатора и грамоты от Союза женщин России. В числе награжденных автор и ведущий программы «Имеем право» на информационном канале Севастополя – отец 6 детей Николай Скребец. Кроме того, в городе создан новый орган – Совет отцов. В его состав вошло 12 человек. Кандидатов определяли путем опроса порядка 100 тысяч горожан. Из 240 претендентов севастопольцы выбрали самых, по их мнению, достойных. В совет вошли командующий Черноморским флотом Александр Витко, губернатор Севастополя Сергей Миняйло, военный комиссар Валерий Вишняков, заместитель губернатора Евгений Дубовик и президент футбольного клуба Александр Красильников. Убежден в том, что ветви законодательной и исполнительной власти города Севастополя на сегодняшний день проводят политику вот именно на укрепление и материнства, и отцовства, и прежде всего сохранение семьи. Искренне еще раз поздравляю с праздником вот отца, отцовства города Севастополя и убежден, что проведение этого праздника будет способствовать, значит, прежде всего сохранению и семьи, и сохранению интересов детей. У всех российских народов истори считалось, что семья держится исключительно на авторитете и личности отца. Нужно в каждой российской семье, помимо любви к матери, активно культивировать уважение к отцу.
Сегодня еще 10 призывников от Севастополя вступили в ряды российской армии. Все они будут служить на флоте. Провожали новобранцев из городского сборного пункта военного комиссариата. Подобную торжественную церемонию за последний месяц здесь проводят уже в четвертый раз. За это время призывали 40 севастопольцев. Им предстоит год службы. В военном комиссариате отметили, срочники подготовлены и психологически, и физически. Напомним, весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и завершилась 10 июля. За оставшееся время от Севастополя в ряды российской армии должны вступить еще 45 человек. Присутствие ветеранских организаций, совета родителей при военном комиссариате, участников боевых действий и в присутствии ведущего инспектора стратегического командования Южного военного округа генерал-лейтенанта Киселева. Вот отправили очередных 10 парней вооруженной силы. У всех парней категория годности по медицинским показаниям, категория годности А, то есть высшая категория годности. Абсолютно здоровые парни. Я же мужчина, высшее образование получил, на работу пришел, а как же без военного билета? Без этого никуда. Вот он я здесь красивый, весь в зеленом. В гостях у сказки. На сцене ТБМ премьера для самых маленьких. Московский областной театр «Кукол» привез в Севастополь два спектакля о дружбе, любви, а также о том, как тяжело порой даются простые вещи. Зрители ждут веселые сюрпризы, неожиданные повороты сюжета и новые герои. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Постановка по мотивам русской народной сказки. В основе лежит уникальный фольклор, песни и пословицы, которые артисты собирали в деревне. По всей стране. А в пародии на сказочную оперетту «Один волк, два охотника и три поросенка» на сцене бок о бок играют актеры и куклы. Причем последние, как полноправные артисты, иногда тоже показывают свой характер. У нас ведьма из Аленки, и она, у нее прямо, ну, естественно, это же как бы нечистая сила, да, отрицательный персонаж, у нее есть ее магическая история. Каждый новый актер, который занимался с этой куклой, вводился на эту роль, она всегда ломалась и всегда что-нибудь у нее отваливалось. То есть вот прям вот у нее был такой вот, либо я не хочу типа работать там, либо вот потому что нечисть такая. Московский театр редко приезжает. Мы решили посмотреть. И в первый раз на таких спектаклях, когда участвуют и куклы, и люди, обычно либо люди, либо куклы, было очень интересно. Гастроли Московского государственного областного театра «Кукол» в Севастополе завершатся в субботу, 20 июня. 19 июня в пятницу в Морской библиотеке имени адмирала Лазарева военно-научное общество Черноморского флота организует встречу с Еленой Сергеевной Горшковой, дочерью главнокомандующего ВМФ СССР адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова. Встреча посвящена 105-й годовщине со дня рождения флотоводца. Начало в 15 часов. Приглашаются ветераны флота и любители военной истории. Это была последняя информация выпуска. Телефон редакции 554122. Все новости на нашем сайте kstv.ru. Благодарю за внимание и до встречи.